Меньше политиков во власти. В профильном комитете Государственной Думы поддержали инициативу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрея Клишаса о выборах в регионах. Сенатор предложил ограничить представительство партийцев в законодательных собраниях субъектов России 25%. Сегодня минимальный показатель депутатов, избранных по партийным спискам, составляет не менее половины. На последних выборах в законодательное собрание Оренбургской области 23 депутата избиралось по одномандатным округам, остальные 24 из 47 областных парламентариев пришли в представительный орган по партийным спискам. Беспартийных в областном парламенте вовсе нет. 32 депутата представляют Единую Россию, 6 коммунистов и по 4 либерал-демократов из праворусов. Период стимуляции политических партий прошел, пора привлекать во власть беспартийных, но социально активных и уважаемых на местах людей, считают в Москве. Инициатива сенатора будет рассмотрена уже на первом пленарном заседании 10 сентября в Москве. К слову, в Оренбурге в будущее воскресенье, 8 сентября, состоятся выборы в законодательное собрание по 9 округу. На одно место претендует 6 кандидатов, из которых только двое однофамильцы Кукушкины, самовыдвиженцы. Еще один самовыдвиженец, Сергей Кузнецов, снял свою кандидатуру.